Всем привет! Сегодня опрыскиваем вот тут горох от травы. Все время ветер. Но сегодня вечер, сейчас где-то 8:30. Ветер утих, и решили вот опрыскать быстренько. То горох уже начинает сходить местами. Так, если сейчас найду, покажу, где всходит. Так, быстренько пока. Во, местами уже во всходит горох. Так что от травы, да, во еще. Вот сходит. Так что горох сходит. Ветра были, морозы были, никак не могли опрыскать. Но сегодня как раз вот погода позволяет опрыскать. Во, муж опрыскивает. Вот как идет. Главное, чтобы ветра не было. Так, ну вот как идет, опрыскивает. Видно сразу. Вот, даже по земле видно, меняется цвет земли. Так что вот, что-то вперед продвигается. Ну, посмотрим, который горох зашел, как он будет. Палочки поставили, как он будет себя вести от отравы, неизвестно. Ну, будем экспериментировать опять. Вот, опрыскивает. Потому что зайдет больше, и тогда вообще не опрыскается. Надо было уже раньше, но ветра, морозы, и никак не выходит. Так что вот так. Всем пока. А мы тут чуть-чуть поработаем.